Современный транспортно-пересадочный узел будет создан на базе железнодорожной станции «Ягодная» в Самаре. Задача – обеспечить транспортную доступность микрорайона «Крутые ключи» и место проведения игр чемпионата мира по футболу. Варианты проектов сегодня обсуждали на совещании, которое провел вице-губернатор Александр Нефедов. Уже сегодня на этой городской окраине живут больше 40 тысяч человек, плюс 60 тысяч ежедневно приезжают в торговый центр. В планах застройщика к 2017 году разместить еще 100 тысяч новоселов. И в этом же районе будут предоставлять участки под строительство для многодетных семей. А по ходу движения со дня на день начнут строить стадион под Мундиаль 2018 года. Скоростные маршруты будут разработаны так, чтобы напрямую соединить микрорайон с местом проведения игр и центром Самары. Работа предстоит достаточно интересная, большая. Но одно только мы с вами знаем, что она должна завершиться в том или ином варианте, в том или ином объеме, в объеме, позволяющем нам транспортную доступность и по проекту Кошелева, и чемпионат мира 2018 года, мы ее сделаем.